Мальчик дарит цветы, мужчина дарит выхлоп. Ага, ага. Звук мне покажите, пожалуйста. Ну, соска нереалка. Лер, привет. Где мы? Что мы сегодня будем делать? Мы приехали в Уфу-Луфу делать выхлоп на мою бусинку, чтобы она стала еще круче. Я пару слов хотел сказать на самом деле. Зачем мы приехали к ультравыхлопу и почему? И компанию эту замечательную я знаю очень давно. Я и сам в ней работал, и слежу за ними, и ребята реально подходят и заморачиваются очень качественно. Ну, вы можете посмотреть видосы на ютубе и увидеть, сколько у них уже просто проектов. А второе, у меня сейчас даже мурашки на самом деле. Я просто хотел сделать приятное для своей девушки, и мы специально приехали из Питера, чтобы прокачать ее Kia Soul GT Line. И я... бусинка. AK-бусинка. Вот. И я, кстати, прикреплю принтскрин. Я прислал ей видосы от ребят, как вообще они делали, ну, похожие тачки. Нихуя себе! И вот это вот сообщение она мне в ответ прислала. То, что она будет жить в этой машине, это просто охуеть. У вас же можно материться? Можно, конечно же. Это ультравыхлоп. Занимаюсь ремонтом этого чудесного крана, блядь, из-за этих пидорасов. Ой, в общем, несовершенных конструкторов, блядь. Вот, в общем, недолго думая, я... Короче, она очень любит машины, она меня постоянно тыкает. Смотри, мускулкары, смотри, ягуары. В общем, у ребят очень классно, прикольно. И хорошее человеческое отношение. Поэтому советую. И не переключайтесь, скоро покажем звук. Лер, кстати, что для тебя значит твоя машина? Расскажи. Скажем так, это моя первая машина. Я права с пятого раза только получила, и когда я в первый раз села за руль, это было... Что это? Это моя машина? На самом деле, это больше, чем машина. Это, скажем так, даже не подруга, это моя боевая сестра. Мы с ней огонь и воду прошли. Это мой, скажем так, личный психолог. Когда тебе очень плохо, садишься ночью в машину и едешь по ночному Питеру, любуешься заливом. И жизнь становится лучше. Теперь на дорогах Питера будет плюс одна тюнингованная классная тачка с классным выхлопом. Спасибо, ультравыхлоп. Я только... Я еще, кстати, видел то, что очень много пишут комментариев. Покажите внутрянку, покажите, как изнутри выглядит ультравыхлоп. Пойдем покажу. Вот висит машина. Вот такая вот зона у ребят здесь. Супер огромный выбор насадок. Система, которую нам сделали на Киюху. Огромный выбор различных просто глушителей, резонаторов, банок. Вот так вот это все выглядит. Ну что, скоро покажу результат. Так, ну что, мы забрали машину. Давай, первые ощущения. Мы забрали, но поняли, что хотим громче. И сейчас Лера сама за рулем прокатится и послушает звук, и может быть мы сделаем еще громче. Как тебе? Давай, погазуй. Конечно, громче. Конечно, громче ты еще хочешь. Ну давай, на ходу сейчас попробуем. Two hours later. Просто чтобы вы понимали, я 1.83 м, а ты сколько? 1.75 м. 1.75 м. Поэтому перед поездкой за рулем мы всегда 5 минут настраиваем кресло, сиденье, вот это вот все. Руку убери, мальчик. Водочки мне принеси. Я буду кошмарить в Питере.
Ну что, делаем громче? Да. Поехали. Поехали делать звук громче. Ну что, оставляем? Да. Как тебе впечатление? Охренеть. Охренеть. Она пробулькивает, она звучит. Она теперь суперспортивная, с мужским характером. Спасибо Ультравыхлоп, это просто охуенно. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и приезжайте к Ультравыхлопу. Ауф!